Это легендарный московский трамвай. Трамвай, который называется А, но те, кто давно живет в Москве, те его называют по привычке Аннушка. Это тот самый трамвай из произведения Булгакова. Сейчас как раз я еду на Чистые пруды. Мы с друзьями договорились встретиться именно там. Значит, на мне вышиванка. Я вам скажу, никто не реагирует. Если и реагирует, то улыбаются. Вот, может быть, из-за того, что здесь разные узоры. И украинский, и еврейский. Она черного цвета. Значит, впервые за многие годы я прошел мимо автозака сотрудников полиции. Я им был неинтересен, они мне тоже. То есть полицейские, глянув на меня, улыбнулись. На том и разошлись. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, я возле памятника Абая. Пришел первым. Пока никого нет. Реакции на меня абсолютно никакой. Немногие, вот, которые издалека, они улыбаются. А так... абсолютно все нормально. Продолжаем. Нас уже четверо. Сейчас я вам всех представлю. Это я четвертый, ну, вернее, первый или как. Но нас уже четверо. По размерам ты первый. Так. Это Павел Шелков. Так, твою вышиваночку. Так, Павел, ваше послание тем, кто это увидит. Слава Украине! Поздравляем всех украинцев с Днем вышиванок. Желаем скорее освободить Украину от рашистско-фашистских захватчиков. И чтобы к следующему Дню вышиванок ни одной ФСБшной твари там на Украине больше не было. Так что с Днем вышиванок! Это было из Москвы Паша Шелко. Так, представьте, чтобы вас все знали. Елена Захарова. Леночка, так, что на вас? Дорогие. На вас такое все ручной работы. Так, послание украинцам. Дорогие украинцы, ну, во-первых, конечно, слава Украине и героям слава. Героям слава. Я вам желаю, чтобы война прекратилась как можно быстрее. Мы низкий поклон героям, волонтерам и всем вам, которым сейчас так трудно. Пусть скорее заканчивается война. Пусть цветет прекрасная Украина. Мы горячо желаем вам всем здоровья и долгих-долгих лет жизни. Слава Украине! Героям слава! Так, героям Лёля. Слава. Олечка, представься, а то тебя вдруг кто-то не знает. Меня зовут Оля Мазурова. Я поздравляю вас с Днем вышиванки. Я желаю счастья. Мы все... те, кто здесь сидим, чувствуем здесь себя немножко украинцами. Чувствуем общую боль. Понимаем и хотим, чтобы поскорее на украинской земле наступил мир. И наступил мир во всем мире. Потому что, по-моему, это главное. Спасибо, Олечка. Это была Ольга Мазурова. Так. А тебя? Главного. Паш, меня снимешь ты. Давай. Ага. Ну давай, можешь показать твою вышиванку, кто еще не видел. Супер. Все, подходи поближе, он звук-то не возьмет. Ага. Еще ближе чуток, Пашка. Все. Дорогая Украина, здравствуйте. Здравствуйте, наши братья и сестры. Вы знаете, даже если не для всей России вы сегодня братья и сестры, то для нас, сидящих здесь в вышиванках, поддерживающих праздник вышиванки, вы действительно братья и сестры. Украинцы, всего вам самого доброго. Боритесь за свою свободу. Вы уже далеко ушли от совка. Вы молодцы. Сегодня та ситуация, когда именно Россия должна брать пример с Украины. Пример в борьбе за свою свободу и незалежность. Слава Украине! Героям герой. Слава! Ура! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Тычина Константин Александрович, инженер, кандидат технических наук, преподаватель. У вас фамилия, прозвище украинское. Украинское. Я родился и вырос в Одессе, а еще при Советском Союзе переехал в Россию. Как вы себя чувствуете сегодня в Москве в вышиванке? Как в вышиванке нормально чувствую, а с украинской лентой люди ведут себя агрессивно. Не все, конечно, но бывают особо большие фанатики. С этими приходится тяжело. На вышиванку нормально реагируют. Если бы вас услышала Украина, вот буквально два слова. Дорогие украинцы, болгары, гагаузы, евреи, русские, все, кто встал на защиту своей родины в рядах ВСУ, добровольческих батальонов и партизанских отрядов. Ваша страна, независимая Украина, 25 лет не знала, что такое война.
Сейчас этот кошмар к вам принесли люди с такими же паспортами, как у нас. С красными паспортами, да? Да, с такими же паспортами. С красным паспортом. Или с военными билетами нашей страны. России. России. Мы не смогли остановить этих людей. Мы не смогли остановить эту войну. Простите нас. Когда-то в детстве я смотрел мультфильм про войну с нацистской Германией и спросил: «Мама, почему мы победили немцев?» Она ответила: «Потому что мы были на своей земле, а немцы на чужой». Вы находитесь на своей земле. Мы знаем, что отбывает, одевает и кормит вас не только, и может быть не столько Министерство обороны, сколько простые граждане через волонтеров. И пока это происходит, вы непобедимы. Кого-то из вас можно убить, кого-то можно захватить в плен, но победить вас невозможно. Пока с вами весь народ, вы держитесь, ребята. Адекватные россияне с вами. Слава Украине! Героям слава! Так, господа, нас стало действительно больше. Сейчас я подойду к тем, кто еще не говорил ничего. Ира Калмыкова. Дорогие мои, рідні українці, щиро вітаю вас с праздником вишиванки. Я хочу, чтобы наша жизнь была такая же яркая и красивая, как на этих вишиванках. Зло всегда проиграет, добро всегда его победит. Надеюсь, что встретимся в Москве. Слава Украине! Героям слава! Вас видят впервые, представьтесь, пожалуйста. Здоровеньки были, дорогие украинцы. Меня зовут Наталья Иванова, я живу в Сергиевом Посаде. Когда началась война с Украиной, в самом начале я перестала спать. Я спала буквально по 2-3 часа, отслеживала всю информацию. Я очень рада, что наконец эта война подходит к концу. Это наша общая победа. Я очень надеюсь, что все скоро закончится. Мы победим, и мы снова станем братьями. Знаете, что нас много. Мы вас любим. И что победа, она будет всегда за нами. Потому что мы русские, мы из Киевской Руси. Слава Украине! Героям слава! Так, представьте, пожалуйста. Кондратьев Алексей. Леша, пару слов для тех, кто это посмотрит. В основном, конечно, это будут украинцы, поскольку день вышиванки. Ну, дорогие братья, я очень рад, что вам удалось то, что нам удалось в 91-м году, а сейчас, к сожалению, пока никаких перспектив нет. Так мы что, все провалили. Да, мы все провалили, а у вас получилось. И вся надежда на Украину. Так что вся надежда на вас. Я вас поздравляю с этим замечательным, добрым праздником. Значит, тоже вот сам праздник, он какой-то человечный. Тоже что-то вот другое, как бы с другой планеты. У нас таких вот таких праздников даже нет вообще. Подмогу запрашивают. Желаю вам успехов в строительстве новой жизни. Спасибо, Леша, спасибо. Так, представьтесь, чтобы вас все узнали. Я Татьяна Тарвин. Дорогие друзья, поздравляю вас с этим праздником. Кругом весна, цветение, яблони цветут. Поэтому настроение у всех хорошее, независимо от того, что у вас, допустим, свобода, у нас не очень много свободы. Но, тем не менее, всей душой мы с вами хотим, чтобы был мир и не было этой ужасной войны. Слава Украине! Героям слава! Так, девушки, у вас я уже записывал, и я покажу общий план, что нас действительно стало больше. Так, Шелков куда-то делся, я не вижу Шелкова. Он был. Ну ладно, он придет. Так, нас уже намного больше, у нас люди добавляются, и мы подходим к тем, кто еще не пожелал. Так, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Марина Валентиновна, поздравляю наших украинских братьев и сестер с их праздником, желаю им свободы, благополучия и мира от всей души. Спасибо, Марина Валентиновна. Так, что у вас там? О! Все нормально. Марина Валентиновна, боец, еще тот боец. Да, спасибо, что вы пришли. Вы у нас самый, как сказать, самый геройский из всех нас.
заслуженного. Так, Марк Альперин, здравствуйте. День добрый. Ну, ваши пару слов от Украины. Да, я хочу вспомнить, что вышиванка – это символ Киевской Руси. И сейчас все вспоминают, обращаются к корням. И это корни вот той страны, которая была там много веков назад и сейчас выросла. Сейчас она почему-то воюет друг с другом, черные силы какие-то начинают разъединять страны, и Россию, и Украину, и Беларусь. Это все одна страна, и надо опять возвратиться к корням и прогнать эту нечисть из Кремля, которая стравливает народы. Я надеюсь, что мы это сделаем. Украина уже своего диктатора прогнала, и мы прогоним своего. Марик, чем один большой колхоз, пускай будет три нормальные, развитые демократические страны, и чтобы мы дружили и с Белоруссией, и с Украиной. Мы, я имею в виду, Россию. Конечно. И ни в коем случае вот это вот брат старший, брат средний, брат младший, вот это вот весь идиотизм. Нет. Сегодня мы должны учиться у Украины. Ну, конечно. Марик, слава Украине! Героям слава! Героям слава! Представьтесь и пару слов украинцам, которые это увидят. Вот сегодня день вышиванки. Здравствуйте, дорогие украинцы. Меня зовут Ирина Свербун. Я поздравляю вас с большим праздником. Я вас очень люблю. Вы замечательный народ, прекрасный. И я желаю мира в нашей стране. И большинство, очень много россиян переживают за эту войну. Мы не хотим войны. Победа будет за нами. Так, зеленая вышиванка, я таких не видел. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Ирина. Ирина. Ирина, буквально пару слов вот украинцам, которые посмотрят сегодня день вышиванки. Можете на украинском, можете на русском. Так, ну что, витаю всех за святом, с днем вышиванки. Вибачаюся за мою негарну українську мову. Всім доброго здоров'я, щастя, успіхів у житті. Нехай Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Ну що, ми там щось наснімали? Молодці!